Насколько вы помните из прошлого видеоролика, которое нынче скрыто, мой второй канал был заблокирован из-за взлома, как оказалось. 22 мая мой канал, как оказалось, взломали. Взломали по большей части из-за моей вины, потому что, ну, нефиг иногда пиратить из неизвестных источников. Вот такой я вот лошок оказался. И стоит сказать то, что начиная с 23 мая и начался весь переполох, а точнее начался он на первом моем канале. Задолго до создания этого и канала Фрейм. Тот самый давний канал, название которого я вам не скажу, потому что там мое темное прошлое. Могу сказать лишь то, что тот канал был чисто, так сказать, то ли мусоркой, то ли хранилищем. Ну, в общем, был обыкновенным вторым каналом, который дополнял первый основной. Ну, как сказать основной? На тот момент это был основной канал. Нынче это вот это. А взлом я заметил очень таким интересным способом, просто случайно перепутав и зайдя не на тот канал. Из чего я прифигел, так это с того, что мой аккаунт был взломан. Уже как месяц. И насколько я смог понять, это было сделано для того, чтобы я банально слишком рано не заметил этого. Я на все 100% уверен в том, то, что стоило бы мне об этом не узнать, то скорее всего и этот канал был бы захвачен, и все, этого видеоролика из тех прошлых не вышли бы уже. Да, если честно, я и понимал то, что что-то подобное может случиться, просто потому что, ну, надеялся я на что-то, непонятно на что, видимо. Остальную всю историю вы можете узнать уже из прошлого видеоролика, который нынче хоть и скрыт, но будет доступен либо вон там в углу, либо в конце этого видео. О том, что у меня произошло со службой поддержки YouTube и как по итогу мне помог сам Google со своей поддержкой, вы узнаете прямо сейчас.